Одесский национальный медицинский университет получил партнерство наряду с двумя медицинскими вузами Молдовы и Румынии в международном проекте по созданию единой сети повышения качества исследований и разработок в области хронических заболеваний – Chronex-RD. Согласно этому проекту, на общие исследования трех стран будет выделено более 4 миллионов евро. Хронические заболевания не имеют границ на карте, как и методы и способы их лечения. Целью проекта Chronex-RD является объединение знаний и финансирование исследований молодых врачей и ученых Восточной Европы. Мы строим новую организацию, объединяющую отдельные университеты с помощью сети и создаем группы разработчиков. Это врачи из ЯС, Кишинева и Одессы, которые будут уже сейчас разрабатывать новые программы на будущее. Мы также будем проводить тренинги по повышению квалификации врачей трех стран, после которых они получат возможность использовать финансы, выделенные на проект, для собственных и совместных исследований и наработок. Молдавский государственный университет медицины и фармации Николая Тестемицану на данный момент для проекта Chronex создал новый центр по подготовке врачей на виртуальных пациентах и роботах. Мы в этом проекте начинаем новые программы обучения именно в области хронических заболеваний для 300 врачей из региона, по 100 из каждой страны, которые будут обучаться в нашем центре практическим навыкам в менеджменте хронических заболеваний. Это рекомендации Всемирной организации здравоохранения Евросоюза, чтобы студенты, резиденты обучались в симуляционных центрах, а не в клиниках. Пока же проект только запущен и дано начало созданию информационной сети с центром в Румынии. В Одессе по этому поводу 14 марта была проведена первая научно-практическая конференция. Одесский национальный медуниверситет в рамках данной программы планирует получить финансирование на новые проекты практического лечения хронических заболеваний. Это двойная программа. Она, с одной стороны, как бы здравоохраническая, с другой стороны, академическая, потому что она нацелена на то, чтобы улучшить дальность нашей медицины. Поэтому очень рады, что такой проект успешно сейчас разворачивается. Мы с нашими партнерами не только занимаемся собственной реализацией этого проекта, но и разрабатываем основы для того, чтобы выиграть новые гранты европейские. Наш университет в этом плане, конечно, получает возможности финансовой поддержки государственной и международной грантовой. И, с другой стороны, сотрудничество с нашими зарубежными партнерами, конечно, позволяет более эффективно проводить то, что мы называем евроинтеграцией.